Говорят, дружба – это когда один дополняет другого. В Eclass эти слова обретают наглядное воплощение. Вам предстоит провести двухветочников в прекрасный органический мир, где представлено огромное количество увлекательных и интересных головоломок. Но дело в том, что один из друзей лишен слуха, а второй – зрения. Вам придется использовать уникальные способности и возможности, которыми герои способны компенсировать собственные слабости. А по ходу игры вы будете наблюдать за растущей привязанностью между этими примечательными личностями. Вы можете за раз управлять только одним из персонажей, а это значит, что вы не сможете использовать их органы восприятия одновременно. И только один орган восприятия будет давать вам необходимую информацию об окружении. У вас появится уникальная возможность понять, насколько по-разному эти существа воспринимают мир и как они поддерживают и дополняют друг друга. Из-за того, что каждый из них воспринимает окружающую среду по-своему, они имеют абсолютно разные характеры. Жизнерадостный, общительный, ловкий, умница, глухой веселит более уравновешенного и замкнутого интроверта слепого своим веселым нравом, а спокойный, уравновешенный слепой заботится о непоседе глухом. Вместе с персонажами вы перенесетесь в мир полным чудес, красочной атмосферы и уникальными ландшафтами. Дорога пролегает через загадочные пещеры со светящимися грибами, через глубокие водоемы, древние заброшенные руины зданий и не только. Используйте логическое мышление и определенную долю фантазии, чтобы в точности разобраться в текущей ситуации и принять верное решение. Исследуйте окружающие локации и двигайтесь вперед, не останавливаясь ни перед чем. Вам предстоит научиться обходиться без одного из своих чувств, однако это только добавляет интриги к развитию сюжета. Как уже было сказано выше, герои обладают уникальными способностями. Слепой использует эхолокацию, чтобы воспринимать только окружающую область в черно-белых тонах, обращая внимание на детали, которые не видны его спутнику. У глухого есть подвесной фонарь, который может воздействовать на ближайшие объекты. Например, таким образом он может оживить цветы, которые затем могут быть использованы в качестве платформы. Путешествие приведет веточников к приключению всей жизни и даст им возможность раскрыть тайны прошлого, из-за которых их общий дом оказался на грани уничтожения. Защищайте родную деревню и всю цивилизацию веточников, находите ресурсы истекающей смолы, которые дают жизненную энергию обитателям этого волшебного мира. Спасите сообщество веточников от смертельно надвигающейся гнили. В заключение хочу сказать, что эта новинка позволит всем нам понять, как слабослышащие и слабовидящие воспринимают окружающий мир. Оставайтесь с нами и следите за новинками игрового мира, ведь все интересно на канале YaGamer.